Итак, здравствуйте, дорогие женщины! За окнами юный март, и вся прекрасная половина человечества ожидает приближения первого весеннего праздника. Праздника нежности, красоты и тепла. Небольшой зал в Центре социального обслуживания «Вера» едва смог вместить всех желающих увидеть выступление артистов, посвященное 8 марта. А посмотреть было на что, 14 номеров подготовили для праздничного концерта. Активными участниками действа стали и зрители. И солнцу улыбнемся мы, печали не тая. В концерте приняли участие как представители творческих коллективов Центра «Вера», так и артисты, с которыми уже давно установлены тесные связи. Организаторы признаются, в череде праздников времени на подготовку выступления было не очень много, но в этот раз все прошло гладко. Готовили недолго, потому что праздники за праздниками, тут поэтому приходится по-быстренькому все. Просто люди откликаются участвовать у нас в мероприятии, это очень приятно, тем более поздравить женщин, мужчины вот все согласились. Стихи и песни, викторины и юмористические сценки. Организаторы концерта при его подготовке проявили недюжинную фантазию. Звучали композиции под живой аккомпанемент. Александр Лугунов раньше работал в Центре «Вера», теперь он трудится в другом месте, но не прийти, не поздравить коллег и посетительниц центра не мог. Все лица мне знакомые, меня Наталья Васильевна пригласила по старой памяти. Приятно выступить при людях, которых я знаю, которых я уважаю, с которыми мы провели какой-то отрезок времени, было очень здорово. Кульминацией концерта стало выступление местного театрального кружка под названием «Коллективчик». Они исполнили шуточную сценку в поезде. И несмотря на то, что в постановке принимали участие непрофессиональные актеры, их игра никого не оставила равнодушным. Как, собственно, и все остальные номера. Я так давно не смеялась, наверное, уже года два. То есть непрофессиональные юмористы, непрофессиональные артисты добавили нам столько энергии, столько радости, что сейчас все выходят, можно сказать, летают. Закончился концерт фееричным твистом от коллектива «Танцы без границ». С наступающим праздником, милые женщины! Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.